генератор от двигателя. Вы можете сделать генератор из старого игрушечного двигателя. Для этого нам необходимо игрушечный моторный двигатель, компакт-диск, светодиод, некоторые другие материалы. Сначала изготовим деревянный стенд, сверлем отверстие, устанавливаем винт. Возьмем часть резины и поставим между двумя старыми компакт-дисками и образуем блок. Устанавливаем на винте катушку от швейной машины, устанавливаем большой блок и теперь закрепляем его гайкой. Проверяем блок, и он свободно вращается. Тогда приложим к деревянному стенду 9-вольтовую игрушку или двигатель магнитофона. Наконец-то присоединим к маленькому блоку на моторной оси большому блоку с помощью круглой резинки. При вращении большого блока маленький блок будет вращаться немного быстрее. Теперь приложим двигатель к светодиоду. При вращении большого блока светодиод начинает освещаться. Это потому, что игрушечный двигатель действует как генератор. Теперь присоединим провода через трубочку. Это сделает красиво выглядящий уличный свет. Как вы видите, в этом эксперименте игрушечный двигатель был преобразован в генератор.